Приветствую вас на канале Календариум, меня зовут Аня Лапа, и сегодня у нас обзор на 7-й выпуск шоу «Аватар». Для зрителей на YouTube напоминаю, что полные обзоры со вставками с концерта, вообще со вставками любыми из выпусков «Аватара» находятся только на Boosty. На YouTube, напоминаю, к сожалению, стало запрещено для моего канала это делать, поэтому мы тут так немножечко без этого обходимся. Как могу, напоминаю, объясняю про концерты, про выступления, но я думаю, вы и так все помните, все прекрасно все видели и смотрели. Сегодня вообще в долгий ящик ничего не будем откладывать, сразу начинаем и хочу начать с нового члена жюри. Это Лариса Долина. Мы об этом уже знали, потому что все сейчас уже, по-моему, сняли финал или вот-вот снимают, может быть, прямо сейчас. И то есть все уже как бы практически известно, я имею в виду, по членам жюри. Мы видели Машу Распутину, вот уже анонсировали, что будет в этом выпуске Лариса Долина. И я вам говорила, что очень мне сильно не понравилась Распутина, и мне тоже, ну, в качестве члена жюри не зашла Лариса Долина. Мне, конечно, не хочется оказаться на месте Вали Карнавал, поэтому вы, пожалуйста, не рассказывайте это по секрету. Мне показалось, что ее держали в заложниках, и она, по-моему, даже один раз так и сказала, куда меня привели. Ноль версий, ну, в смысле, версии были, но лучше бы не было, да? Ноль вообще эмоций. Ну, раз там сказала, ой, вы когда-нибудь вообще достигнете потолка. Достигнем, Лариса Александровна, но не сейчас. И особо никаких высказываний, а все пытались вокруг нее что-то создать, произносили ее имя, пытались на нее ссылаться, сама она не делала ничего, сидела с очень важным видом, и я по-прежнему сожалею о том, что Аида Гарифуллина покинула этот стройный строй членов жюри. Мне жаль, хотя видела комментарии, кто и радуется. Ну, у всех по-разному, но у меня вот так. Лариса Долина мне, если честно, тоже в качестве члена жюри не понравилась. Это, в общем-то, все, что я хочу сказать перед началом, потому что у нас 9 выступлений нас ждет, и мы не будем останавливаться. Начнем с Буратино. Буратино пел песню «Батарейка», все знают эту замечательную песню, и спел очень хорошо, и Буратино вообще становится моим фаворитом. Димочка потихонечку с пьедестала моего личного уходит. А вот Буратино такой и пришел на первое место для меня. Мне нравится, как он поет, мне нравится его выступление. Жалко даже, что он не сначала был, но он уже тоже у нас достаточно давно. Другой момент, что никто не проверяет. Буратино, самая ходовая версия, напомню, вдруг кто первый раз или кто забыл, это Хабиб для меня. Мы уже сравнивали там с Ваней Дмитриенко, ну, с Хабибом, естественно, слушали сравнение того, как говорит Буратино, вообще слушали Буратино, сравнивали с разговором Хабиба. Я уже не знаю, что сделать с Буратино. На мой взгляд, это 100% версия. Однако, что делать с тем, что Буратино до сих пор не пытаются даже раскрыть, не предлагают никаких версий, особенно других, толковых. И, что интересно, пытается все-таки Буратино как-то запутать полом, родом, да, своим. Он читал стишки и опять сказал что-то в женском роде. Так, я на это обратила внимание. Вот мне поступил такой запрос на разговор Буратино поменять тональности в более женский, может быть, там более какой-то натуральный голос. Я не знаю, может быть такое или нет. Но давайте на всякий случай просто еще раз послушаем, как вообще разговаривает Буратино. Как мужчина, как женщина, я не знаю. Попробуем сделать все, что у нас получится. Я для вас стихи, для каждого из вас. Начнем с Марка. Марк Тишман знает все про всех на свете. Наверное, гуглит даже в туалете. Интриги, сплетни и комедии. Марк Тишман лучше Википедии. Наша ты энциклопедия. Лариса Долина, как мамуля строгая. Если в шоу суета, все уладят с помощью зонта. Аплодисменты Ларисе Долиной! Лёша, лучший папа. В нем есть опыт, ум и сила. Перед ним снимаем шляпу, но зовем его Душнила. Но в вашем случае без деревянного шансона не обошлось. Галич! Eyes are strong, observe the trends. They never say, forever gaze in glory. Guilty runs to an endless love. Your every wish
will be done better man. I've been lonely. Is this the feeling I need to agree? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my heart. Show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need? В общем, несмотря на то, что Буратино мой любимый аватар на данный момент, особо я ничего вот сказать не могу, потому что мне кажется, что мы его разгадали, и я довольна тем, что мы это сделали, потому что в аватаре у нас с вами все идет не так гладко, как в маске, да, особенно последнего сезона. Заметили? Мы тут еще так немножечко плаваем. Вторая выступала Мальвина. Мальвина исполнила песню «Феникс». Это одна из новых песен Анны Асти. И что я хочу сказать, очень красиво было. Очень было красиво, мне так понравилось. Версия такая интересная, но произошел у меня обман слуха полнейший, но этот обман слуха натолкнул меня на гениальную, на мой взгляд, версию. Я до сих пор прям в приподнятом состоянии от этого. Пока Малина пела, Лазарев крикнул «Ева». Вот так я как-то услышала, такая думаю, точно, Ева Польна. Я такая с Лазарем соглашаюсь, говорю, слушайте, Ева Польна. Такая думаю, и все, и слышу Еву Польну. Думаю, вот она, красотка, разгадали. И, в общем, Мальвина выступила, и Лазарев говорит, я назвал версию Ева Власова. Я не знаю Еву Власову, прошу прощения, обязательно познакомлюсь, но пока не знаю. И я такая, что? Ты сказал Ева Власова? А я не услышала вот фамилию, но услышала Ева и вот срастила все, что могла, и у меня получилась прекрасная версия Ева Польна. И мне, в общем-то, показалось, что этот обман слуха подарил мне вот эту версию, которая очень сильно похожа. Вот в этом, в последнем, по крайней мере, выпуске. Угу. Представляете, представляете, какое сказочное совпадение. Поэтому пока Еву Власову я не знаю, но с Евой Польной мы сейчас с вами сравним. Я слишком сильная, чтобы упасть и не встать. Пора взлетать, это мой фирменный стиль. Все вымыла, добила, а теперь дела. Ты не сломал, мне еще есть о чем помечтать. Это любовь измотала. Не говори, дура, не реви, не реви. Он в тебя пулю, а ты о любви, о любви. Весь мир на ладони моей, а я не прошу ни о чем. Вот только бы время быстрее и больше не думай. Думать о нем, о, как это было давно, но только не здесь, не сейчас, мы были с тобой заодно, а весь этот мир против нас, весь мир на ладони моей, а я не прошу ни о чем, вот только бы время быстрее и больше не думать о нем. Ну, вот как мне нравится. И знаешь, многие пишут про Юлю Паршуту, я вам, как ценитель творчества Юли Паршуты, не знаю, насколько авторитетно может быть мое мнение, мне кажется, это не она. Это не она, несмотря на то, что Марк Тишман какие-то там продвигает, мол, может быть, и в Музлофте она так скромно опустила глаза, когда говорили про аватар, что там, не знаю. Мне почему-то кажется, что со второго выпуска, по-моему, Паршуту угадали в маске, несмотря на то, что она дошла до финала. И я 1000 раз, по-моему, произнесла тогда это имя и боролась всеми силами с версией Полины Гагариной. В общем, была 100% уверена. И тут у Мальвины уже было достаточно песен. И только от того, что Мальвина немножко грубо там поет, это не значит, что это Юля Паршута. Я не слышу тут Юлю Паршуту. И, может быть, это будет не очень красиво звучать по отношению к тому человеку, который находится в Мальвине. Польно это или не польно, неважно. Паршута бы спела лучше. Вот так я скажу. Вот так. Вот такая сегодня дерзкая, смелая. Но хочу сказать, выступление действительно было очень красиво, мне понравилось. И еще Лариса Дольна вкинула версию Маргариты Пазаян. Я ее знаю по голосу, это вот самый первый там сезон. Единственное, что я там в голосе смотрела, там первый, может, второй. Мне она вообще нравилась в то время. Потом я ее особо не наблюдала, но, видимо, раз она вспоминается, значит, она в их кругах до сих пор звучит. Однако, что-то Лариса Дольна сегодня такие версии вкидывала, что... Я пока их не хочу трогать, если честно. Ничего такого прям существенного я от нее не услышала. Вот я запомнила, мне захотелось вам все-таки ее озвучить, если вдруг не больно, если вдруг еще Мальвина там держится, хотя у нас осталось всего два выпуска, один из которых будет уже финальным, то, может быть, Пазаян когда-нибудь там и проверим. Однако, тоже вот скажу, у Пазаян все-таки вокал тоже посильнее. Ева Польна строчит мне уже, наверное, негативный комментарий. Ладно, закрываем тему. Мой новый вариант... Классный, мне кажется. Я вообще не скромная сегодня. Мальвине Ева Польна. Третье выступление. По-моему, тоже очень хорошее. Это Незнайка с песней «Носкова. Я тебя люблю». Классно исполнил.
Я всегда практически хвалю Незнайку, кроме Дико Тусим и что-то там еще. Что-то плохое я сразу забываю. А Лазарев сказал, что он подрастроился, что, мол, Незнайка мог лучше. А не знаю, что сравнивать-то с Носковым? Сколько раз эту песню перепевали, никто не споет так, как Носков, и что, зачем сравнивать? Поэтому мне, в общем-то, понравилось. А другой вопрос, что начало происходить после выступления Незнайки. Уже который выпуск подряд Марк Тишман со слезами на глазах, умоляя, на коленях, говорит, пожалуйста, это Сумишевский, давайте откроем. У Марка Тишмана очень много последователей. Ну, я имею в виду этого варианта. Они все огромным количеством людей говорят, что это Ярослав Сумишевский. Просто приличия ради, из уважения, проверьте эту версию, уважаемые члены жюри. Но нет. Несмотря на то, что голосует за Незнайку, там еще было два за Незнайку, два за Буратино и один голос за Мальвину, но Иде Галич пришлось выбирать, она все-таки выбрала Незнайку. Я думаю, ну вот, все-таки открываем Незнайку и открываем ее потому что хотим Марку Тишману как-то немножечко подарочек сделать и все-таки Сумишевского проверить. Он всю биографию уже рассказал. Я вот тоже была из тех, кто не знала, да и сейчас не знаю, если честно, Ярослава Сумишевского, но мне уже обидно за него. Я уже готова заступаться за человека, которого я не знаю, потому что, ну, все там ржут, что-то смеют, мол, Тишман перебарщивает. А мне кажется, быть такого не может, чтобы такое количество народа ошибалось, и уже отлетают одна за одной все версии, и вот в этот раз отлетела еще совершенно, ну, тоже какая-то версия. Не буду говорить, что она бредовая, потому что ее озвучила Лариса Александровна Долина. А что это Артем Качер? Проверяют эту версию, шторка открывается. Это не Артем Качер, что, в принципе, естественно. Другой момент. Мне показалось, что это сценарий. Знаете, как в детстве было хорошо. Как было мне хорошо в детстве. Вот смотришь, всему веришь. Если любовь, то любовь. Если выгнали, то выгнали. Если там какие-то интриги, то интриги. Я слов таких не знала, сценарий и все остальное. А потом розовые очки разбились мои вдребезги. И теперь я подозреваю всех. И если не подозревать, то зачем вообще... Что вообще происходит в этой жизни? Я просто не знаю, как дальше жить, если и тут был сценарий. Потому что мне показалось, что Марк прям разозлился уже. Я видела злого Марка впервые в жизни. Но со стороны Батрутдинова и Галич это было форменное издевательство, по-моему. Если Долина еще как-то вот эту свою версию реально говорила, Лазарев там назвал Преснякова, ну, потому что, ну, была у него такая версия еще пару выпусков назад. Ну, вот хочет он вот так, окей. Но Галич с Батрутдиновым, честно, либо это... Им сказали так сделать, чтобы слишком много аватарчиков не вылетало, потому что они, видимо, заканчиваются уже в арсенале у НТВ. Вот это вот тоже момент всегда. Ой, сколько вылетит, столько мы вам новых приведем, а потом рассказывают, как они полгода их рисовали. Ну, понятно же, да, что определенное количество нарисовали, определенное количество взяли артистов, определенное количество песен записали. И не может быть такого, что 10 там штук аватаров еще остались невостребованными. Знаете, ой, ну места на вас не хватило. Или наоборот, кого-то не хватило и стали там по ходу рисовать. Тоже нет. И вот эти все, конечно, мысли, вот это, если рассуждать, то немножко впечатление портится. Если вот это все отбросить и все принимать за чистую монету, то очень глупо было проверять Незнайки Качера, когда вот Тишман, ну, просит уже, просит, и можно было бы и проверить. Тем более, что, скорее всего, там все-таки именно Ярослав. Предлагаю, знаете, что послушать, как говорит Незнайка, и как говорит Ярослав, потому что с вокалом мы уже сравнивали. Это было, в принципе, нормально, ну, в смысле, там, могло бы быть так, поэтому давайте по другому пути пойдем. Дайте ему вторую футболку, пожалуйста. Ну, это хорошо, что подрастало, скорее всего, будет шанс тогда и в следующий раз исполнить еще одну песню. Вдруг не угадаете? Не знаю. Не помню. Очень долго был на Луне и все забыл. Там земная жизнь вообще близко не присутствует. Идет Герман Греф, куча народу, вот так вот, ну, свита вся. Я стою там в стороночке, он такой, о, Ярослав там, иди сюда. Герман Греф, он говорит, Ярослав, я? Вы? Точно я, да? Типа, да-да, привет, там видел ролик, молодец. Сейчас, подожди, я поработаю, да, походи со мной, мы сейчас тут это, разрулим все так. Ну вот, нет открытия в первой группе, посмотрим, что было во второй. Вторую группу открывал Маугли с песней группы The Rasmus, Living in the World Without You. Молодец, Анечка. И тут, что хочу сказать, было хорошо. Лучшее выступление у Маугли. Есть уже что слушать. Мне понравилось. И тут была неплохая версия от Ларисы Дольной, от которой она почему-то в конце отказалась. А мне понравилось. Родион Газманов. Она, по-моему, сказала Радик Газманов. Ну, так, типа. Я Лариса Александровна Дольна. Вот. Но мне понравилось, мне показалось, что это неплохая версия. Я ее где-то уже в комментариях видела, слышала. То есть не так прям, чтобы аж в новинку. Но мы еще его не трогали, Родиона Газманова. Поэтому давайте попробуем с ним сравнить. You brought me together.
Then trust me for pleasure. Видно, вечность не мой собеседник. Сколько раз уходил навсегда я. There's a world without you, I see the light. Living in a world without you, there is hope to guide me, I will survive. Living in a world without you, Феникс из пепла, Феникс из пепла. Феникс из пепла, Феникс из пепла, Феникс из пепла, Феникс из пепла. Пока на ваш суд оставляю. Я не могу сказать, что, ну вот из этих трех выступлений, которые мы видели у Маугли, видели у Маугли, последнее было самым лучшим. Но пока он сильно меня не цепляет, в отличие от Дюймовочки, которая у меня очень долго была фаворитом, но сейчас теряет свои позиции, потому что, ну, мне что-то перестало нравиться. Я не знаю, то ли опять мы слишком близко подошли к правильной версии, и начинается вот это какое-то кривляние, то ли что происходит, я не знаю. Исполняла на песню, я не хочу озвучивать название, потому что боюсь, что где-то на Ютубе стоят на такие фразы, на такие слова, какие-то цензоры, знаете, если мне потом будут за это плотненько проверять. Та-та-та-та, он зарит, вот так я скажу. Все узнали ее, я надеюсь, да? И у нас на Дюймовочке уже куча версий была. У нас была версия Кравец, Азиза, Агурбаш, Ая. Я вам говорила, что, наверное, кто-то из них. Я уже не знаю, к чему склоняться. Мне больше всего нравилась все-таки версия Агурбаш. Но много писали уже давно про Нонну Гришаеву. Я эту версию все вот как-то, ну, как-то, как в маске, да? Помните, как я облажалась лошадью? Не похоже, говорю, а потом она такая вылазит. И... И почему даже вот больше ее отталкивала? Потому что все-таки мне хотелось вот бесконечно новых лиц, ну, вот как Чеботина, Джокер, да, например, Доминик. Хотелось, хотелось, но вот с каждым раскрытием я смотрю, что может быть и всякое. Может быть и всякое. Может быть и Азиза пришла взять реванш за Пингвина, может быть и Гришаева пришла взять реванш за лошадь, потому что очень жалко, что так мало она пробыла в маске. Ее никто не узнал из версии членов жюри. Ее... Очень долго ждали, и очень жаль, что она тогда так рано выбыла. Очень рано. Третий выпуск или четвертый, вообще рано. И тут было бы круто, если бы она пришла, но, в общем, я уже разболталась. Давайте, собственно, с ней и сравним. Но очень сложно будет сравнить, потому что все-таки Нонна всегда поет в своей манере, а Дюймовочка очень сильно коверкает. Но, возможно, это сравнение кому-то поможет. Летела без тебя, без тебя тоска совсем. День нежданно теплотой, нежнею водой смоет ратуху. Я покажу тебе картины из галереи моей души. Скину вуали, пелерины, пусть тебя это не страшит. If you're blind, you know where to go to. Why don't you go where fashion sits? Pulling under it. Different times of every day, compared to stripes. Я по-прежнему не знаю, кто в Дюймовочке. По-прежнему. И это, по-моему, вообще первый раз за историю вообще моего канала, моих обзоров, чтобы у меня вот столько версий. Я даже не знаю, но они все имеют право на жизнь, имеют право на существование, если так-то посмотреть. И пока я вот своими глазами не увижу, кто в Дюймовочке, я, походу, так и не определюсь. А это на минуточку уже 7 выпусков. Умеет. Умеет Дюймовочка. Хоть и придуривается. Потому что если пела бы своим, вот все своим голосом, наверное, бы разгадали. Придуривается. Ну, а что? Не запрещено, по крайней мере. И третьим в, этом в этой группе был Чиполлино с песней «Мадонна». Как будто еще не все, да, песни спеты... Те, имею в виду в «Аватаре», еще как будто не все песни спели, которые исполнял Костюшкин на «Шоу Мазгоне». «Сказочная олень», ой, «Сказочная тайга» была, «Мадонна» была, «Прощай» был. Уже, извините меня, три, а то, может, я еще что-то и забыла. Уже многовато. Не Костюшкин ли там, да? Просто пришел, спел, что уже выучил по тексту. И я не знала вообще, что сказать по поводу Чиполлино или по поводу Лука, как его все сокращенно называют. Не знала, у меня версий своих нет, но я увидела комментарий. Много, кстати, комментариев по поводу того, что там может быть Оскар Кучера. Ну, Кучеру там частенько тоже в маске вспоминаем, так вот, знаете, он у нас на слуху. И более того, мне написали, что он участвовал в «Точь-в-точь». Смотрите, как я запомнил. «Точь-в-точь» участвовал. И он там пел песню в образе Агутина «Половина сердца». Та самая песня, с которой Чиполлино к нам в «Аватар» пришел.
чтобы нам немножко не стоять на месте, все-таки что-то предпринимать, что-то же нужно делать, какие-то версии разбирать, давайте попробуем сравнить, как поет Кучера «Половина сердца», как поет Чиполлино «Половина сердца». Где ты, беспокойно лесец, за невидимый ответ притаилась. Где ты? Два удара в секунду, пополам почему-то поделилась. Белым альбасою нарисуй дороги середину. Где ты? А ты спокойно не сядь, за невидимой дверь притаила. Где ты? Два удара в секунду, пополам почему поделилась. Белой полосой нарисуй дороги середину. И я вам уже сказала, что Лариса Долина отказалась от своей версии с Газмановым, Родионом, по поводу Маугли, и она переметнулась на версию Вани Дмитриенко, и все ее поддержали. Было видно, что ни у кого особо этой версии на Маугли нет, но решили вот скрывать Маугли, и так свалили на Долину, которая просто развалила все шоу, просто все взяла, все испортила, и вот назвали версию Вани Дмитриенко. Это был не он. Не было за шторкой Вани Дмитриенко, к сожалению. Кто там скрывается, тоже пока мне не ясно. И очень интересная третья группа. Хоть она начинается у нас очень, мне, не знаю даже как сказать, не самого моего любимого персонажа, назовем так, это Джин с песней Fast Love. Мы уже все делали с Джином. Мы его везде, всяко разному. Клявера проверяли, и не только мы, и члены жюри, это не он. Киркорова мы уже сравнивали, Титомира мы уже сравнивали. И я уже не знаю, что с ним делать, и уже не хочу с ним ничего делать. Я от него подустала, если честно. Более того, мне его выступления никак не трогают. Потому что знаете, на что это похоже? Вот, к примеру, когда диджей Smash, условно говоря, там любой диджей, выпускает какую-то песню, у него в песне там вот есть вот эти голоса на заднем плане, женские, там где-то, может, мужские, вы знаете, там. И никто никогда не указывает, кто это поет. Это всегда какой-то там проходящий вокал, да, он как бы главный, вот эта музыка, и он как-то там что-то голосом просто добавляет. И вот у Джима чуть ли не все песни такие. Я начинаю подозревать, что либо это кто-то очень известный, и если он запоет своим голосом, мы его сразу узнаем, либо это Богдан Титомир. Либо это Богдан Титомир, и он вот этой своей необычной манеры, не имея каких-то, ну прям, не хочу никого обидеть, но каких-то великолепных, там, супер каких-то вокальных данных, да, хороший, нормальный, напоминаю, суперстарий, там, он хорошо себя проявил, бла-бла-бла, все, все вообще без претензий. Но все-таки, да, будем честными, чего-то прям, ух, не может он, наверное, показать. Ну, по крайней мере, я не видела, не слышала. И поэтому вот за этими вот ходами прячется. Вот два варианта. То есть это либо Киркоров, либо Титомир. Больше я ничего про Джина сказать не могу. Для меня это не победитель 100%. И я бы даже думала бы, хотела бы, чтобы, может, в следующем выпуске, то есть до финала, его все-таки попробовали бы раскрыть. Ну или хотя бы там вот какую-то из этих версий проверили. Все. Про Джина, собственно, все. Ничего не могу сказать. Следующая — «Снежная королева». Интересный персонаж. Она исполнила песню Лолиты на «Титанике». Это вторая песня, которую мы слышим от «Снежной королевы», и она вот в каком-то таком кабачном стиле немножко, да, напела угонщицу Аллегрову сейчас вот на «Титанике», то есть вокала какого-то натурального, на мой взгляд, не показывает, на мой взгляд. И в связи с этим у многих возникла версия, еще на жюри тоже, что это может быть Валерия. Я не слышу Валерию, не слышу. И не знаю, что с этим делать, потому что мне хочется вот сравнить. Я сейчас сравню, покажу. Но я не знаю, вот какую вот песню у Валерии вот так, чтобы это, в принципе, как-то адекватно даже звучало. Вот это вот измененная, какая-то коверканная ерунда, которая в «Снежной королеве» звучит, и как Валерия обычно поет. Но хорошо, сейчас послушаем. Но помимо этого, еще послушаем все-таки версию Аниты Цой. Хочу сказать, что это будет грандиозное появление Аниты Цой, если все-таки она пришла. Местами похожи на Аниту Цой, но обычно на Аниту Цой похожи, когда как раз сильно изменены тональности. Помните, мы в «Монстрике» услышали Аниту Цой неожиданно. И помимо этого, там и в «Лошади» слышали, и везде. То есть, когда вот как раз играют с тональностями, получается Анита Цой, поэтому, может быть, опять. Но не будем про Цой забывать и с ней тоже сравним. Тут более-менее похоже. И это было бы грандиозно, если бы она пришла. С другой стороны, если уж все-таки бы она пришла в «Аватар», хотелось бы ее видеть, наверное, с самого начала. А с другой стороны, могли бы ее слишком тоже быстро разгадать.
С третьей стороны, все-таки это будет большое разочарование для поклонников шоу «Маска», потому что именно там все-таки ее хотят видеть. И хоть раз, хоть в одном сезоне, вот это, чтобы ух, произошло, да, что все-таки Цой, что все-таки пришла, что все-таки мы ее увидели. Если они, ну, примут другое решение и приведут ее в «Аватар», я расстроюсь немножко. С другой стороны, представляете, сколько будет на этой волне хайпа написано статей, что, мол, а ждали там, а пришла сюда. То есть это с точки зрения пропаганды. Что? Ну вот с точки зрения этого продвижения. Вот, Анечка, молодец. С точки зрения продвижения это будет гениальный ход. Сравниваем. В окно с размаху крылом летели тучая мышь. Всем встать! Здравствуй! Я твоя мышка, я тебя съем. Счастье лишь передышка, яркая вспышка в море проблем. Надо слов, не надо паники, это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю ботинки. Это мой последний день на Титанике. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Отпусти. Уходи, небо с краю до себя не достал, брос цветок. На пути я не стану, все равно сердцем рваным на восток. Замечена метка, любовь не конфетка, так сунуть не растает, но память оставит похожая тема. А теперь самое интересное. Я никогда не думала, что я скажу, а теперь самое интересное, перед выступлением Лешего. Леший исполнил песню «Change the World», если не ошибаюсь, потому что я ни черта не написала. И прежде чем начну, хочу обратить внимание, что я вот на этом именно моменте, на этом выступлении заметила маникюр Ларисы Долиной. Это вдохновлено чем? Фигуром Кридом? Это интересный ход, мне понравилось. Это был лучший номер у Лешего. Да, потому что кроме этого... Я могу вспомнить «Ламбаду», «Гангнам Стайл», «Благодарю тебя», «Аве Мария». Я могу это вспомнить. «Отшумели летние дожди», что я вообще все вспомнила. Но мне это не понравилось практически все. И я не знаю просто, как об этом говорить. Особенно тем, кто еще не видел, может быть, не знает, не смотрел. В общем, пел Леший впервые голосом Алексея Чумакова. И все, и как завели они эту шарманку Чумаков, и выбора у них не было. Выбора особо у них не было, и когда нужно было выбирать, кого раскрывать, они что-то там поделились для приличия 2-2, Джин и Леший, но Долина, видимо, ее в эти грязные игры не затянешь, в эти сценарии всякие, она рубанула с плеча, говорит, ну, естественно, Леший, молодец, хвалю, ну, потому что задача какая? Задача разгадать, разгадали им как раз Лешего, называют они единогласную версию Чумакова, Шторка отъезжает, Чумакова там нет, но он прячется за... кулисами, и все-таки выходит красивый такой, слушайте, не так вообще, да, такой эпатажный. И я, вообще сердце мое разорвалось на две части, потому что я так была рада видеть Чумакова, как Алексея Чумакова, и я так была разочарована его путем на шоу. И из-за этого у меня прям такие смешанные чувства, потому что, с одной стороны, Чумаков, конечно, мог лучше все это сделать. И если бы он в маску, может быть, пришел, мы же тоже его в маске часто проверяли, ждали. И он бы выдал, может быть, лучшие номера, и песни бы выбрал лучше, и вообще бы шикарно все сделал. Но, с другой стороны, когда он делает шикарно, вот как последнее его выступление, там слышится Алексей Чумаков. И если бы он так начал, мы бы его давно раскрыли, и не было бы этой интриги, и не было бы вот этого удивления, потому что реально удивилась. Я знаю, что была такая версия. Мы ее в прошлом выпуске даже называли. Там даже было 2 в пользу Чумакова и 3 в пользу... Кого они проверяли там? Сейчас, секундочку. Костюшкина. Вот, я тогда возмущалась, конечно, еще сказала, что... Нет смысла даже проверять Чумакову, потому что ничего близко к его обычному вокалу из того, что Леша исполнял, не было. И это действительно правда. Если бы у нас была вот такая песня, как сейчас, как в последнем выпуске, конечно, мы бы сравнили, все бы услышали. Но он старался, менял, был неузнаваемым, несмотря ни на что. И это и радует, потому что он выполнил свою задачу, и расстраивает, потому что приходилось визжать, пищать,
и что-то там несмотрибельное вообще выдавать. Поэтому вот у меня вот такие весы прям меня сильно и радует, и расстраивает. Я не знаю, что вообще сказать по этому поводу. И заметьте, выходит человек, который тебе, в принципе, симпатичен, да, как артист, меняется отношение ко всему тому, что он делал. Я не буду врать, я не скажу, что ой, прикольно там, типа, все, что Леший пел. Нет, по мне так не было. Но начинаешь все это как-то оправдывать. Вот он скрывался, вот он что-то еще. И как ты думаешь, ну, не такой уж и плохой Леший, немножко есть, да, такое. А если вот выйдет, например, Азиза из какого-нибудь аватара, я уж так немножко потуплю взор и скажу, что ну, нормально было. Есть, да, такое. Все-таки человек меняет аватара. А аватар меняет человека. Вот так. Ничего сильно плохого про Лешего не говорила, напомните мне. Ну, в любом случае, для меня Леший будет отдельно, Чумаков отдельно. Для меня вот Чумаков — это даже больше шахматная вот эта фигура, кто он там, король был в новогодней маске, чем Леший. Несмотря на то, что когда это было там новогодняя маска, а это вот-вот-вот. Повторюсь, просто не цепляются аватары к своим персонажам. Ну и хорошо на самом деле, потому что вдруг из джина вылезет кто-нибудь прикольный, а я так его не взлюбила. И что еще хотела сказать? Забыл. Ну да, потому что уже возраст, конечно, не тот. А, вспомнила. Зара, Чумаков, Шоуа принимали участие в новогодней маске. И многие этим фактом разочарованы, и я в том числе. Если вспомним прошлый сезон, я там кричала, что не будет Воробьева, он уже был в шампанском, но он снова оказался в монстрике. И тут я тоже вот как-то игнорировала эти версии с Чумаковым. Многие вообще психовали, говорили, да что вы этого Чумакова, что больше артистов нет, что вы пихаете всегда, везде, все. Мне тоже это поднаедовало, потому что хотелось вот новых. Например, когда Доминик Джокер, я такая думаю, фига себе, прикольно, интересно. Ну, Распутина, она тоже немножко, хоть и не была нигде, просто заезженная эта версия, да. Чуботина, весело было. Даже вот Хабиб вылезет, я вас уверяю. Будет интересно, весело, ново, необычно. А вот тут, ну, немножко уже, ну, Чумаков. Ну, мы знаем, что он крутой, мы знаем, что он классный. Лучше в маску тогда пришел, наверное, я не знаю. Пока у меня вот такие какие-то впечатления. Кто-то в комментариях заметил, что я когда говорю, что мне выпуск понравился, и после этого я начинаю хаять все выступления. А когда я говорю, что выпуск был скучным, я говорю, что все номера мне практически понравились. Я сама с собой этого не замечала, если честно, потому что, ну, я сажусь, записываю и говорю, вот, что язык мой мелет. А потом оказывается вот так. Поэтому, на всякий случай, я не буду говорить, что я чувствую по поводу этого выпуска, потому что я уже забыла, что я тут наговорила, про кого. Но, повторюсь, мой фаворит Буратино. Чумаков меня удивил. Это было крутое, классное, интересное раскрытие. Выпуск, наконец-то, был дополненным, завершенным. Теперь мы должны радоваться хотя бы одному раскрытию, потому что знаем, что бывает по-разному. И я благодарю канал НТВ вообще за это шоу, что нам этой осенью позволяет немножечко развлекаться. Да. Вот так. На этом заканчиваю. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю про Бусти. Еще раз. Чуть-чуть минутку вашего внимания. Напоминаю про Бусти. Там видео со всеми ставками, с выступлениями, с моментами открытия шторок. Все целиком полностью для вас. Также на сутки раньше на Бусти видео выходит. И таким образом вы также можете меня поддержать за вознаграждение. Благодарю вас за просмотр. Меня зовут Аня Лапа. Это мой канал Календариум. Пока-пока.